Ну, здравствуйте, дамы и господа, уважаемые подписчики, гости канала. Сегодня среда, 17 число. Вот. Не удержались. Часа в 3 уехали. Вот в 6 приехали. Пока разобрались. В общем, расклад такой. Вот от такого сегодня сходили в тот же лес, но немножко в другое место. Сегодня качество гриба гораздо... Ну, не скажу, что гораздо лучше, но лучше, чем вчера. Значит, здесь 70 белых, есть на отварочку. Там видео будет, как мы их собирали, прям такие красавчики, а? Ну, вот, одного еще нашей подопечной, вот такие красавчики. Все чистенькие, все просто-просто замечательно. Вот этот мой любимый. Смотрите, вот просто чистейший, да, такой желтячок на этот, на жаре, ой, на сушечку. Вот, есть похуже вот тут желтячки. Ну, они чистые, но на сушку пойдут. Вот, разрезал, смотрел. Подосиновиков всего лишь семейка. Не пошли мы вместо в подосиновый, что-то у меня сил не хватило уже. Сегодня что-то устал, наработался. Так что вот. Да, серики, серики вот. Сериков можно было больше, лень было брать просто. Уже хватит вот этой вот на жареху, потому что жареха еще с прошлого раза осталась. Так что вот, всех родных и близких обеспечим. Мы отварными грибами. Да, кстати. Кстати. Ой, а кто-то забрал, у меня забрал или съел. Хотел я вам показать рыжиков, которые сделались. И сегодня теща у меня все съела. Ну, маслята можно брать, так мы попутно брали вот для жарешки. Ну, тут остались лисички, там еще серик какой-то наваляется нелепый. Так что вот, сегодня прям в удовольствии. В удовольствии, вот 3 часика просто кружились на одном месте, можно сказать. И вот таких вот грибобасиков набрали. Вот этих вот просто кучками. Вот они все в одной куче росли. Вот такие. Ну, вот, соответственно, прям в удовольствии. Вот как-то так. Лайки, пожалуйста. Вот, репостики, подписочку. Всем спасибо. Смотрите дальше, как мы их собирали. Было весело, прикольно. Вот. И самое-то главное, не лазили по таким кустам. Очень интересно. Но вот этот сегодня просто меня покорил, грибобас. Просто покорил. Он твердый такой. Ух, такой чистейший, чистенький такой. Просто пу-пу-пу-пу. Прям он так стоял, такой козырный перед днем военно-морского флота. Как-то так. Пока-пока. Не знаю, завтра не поедем, завтра дожди уже все. Давайте, ребятка. Пока. Лайк, репост, подписка. Спасибо. Ну вот, сегодня у нас какой уже... Среда. Зашли. Вот только что, вот буквально зашли. Мухомор. И вот смотрите, вот я его отсюда увидел. Вы увидите, нет? Анна Николаевна, вы увидите? Скажи, куда смотреть? Вот он. Вон, вижу. Вон там, далеко под кустиком, да? Да. Это кто, подос или белый? Это белый. Белый? Фига. Это белый. Ну, я так не умею глазами стрелять. Нет, надо встать. Сначала в радиусе нескольких... километров. А ты прошла. Ну вот здесь вот примерно вот в этих вот кустах и нашел также. Вот великолепный белый грибок. Великолепный белый грибок. А вот сейчас вот тут и пошаримся. Будет еще включение. Сумасшедшие грибники продолжают охоту. Был дождик. Наверное, соплюхи. Это соплюхи. А так. Соплюхи. Здесь вот срезал еще одного, буквально в нескольких метрах. Отправил своего боевого кабана вперед.
Ну-ка, где у нас тут чего? Это что? Вон там. О, это ничего. Вот о, то, какие! О, о, четыре штучки-то какие стоят. Смотрите-ка, прям красота. И вот здесь еще два. Зачет. Иди ищи. Иди похрюкай. Боевой кабан. Нормальный клику. Ты так сказал? Ну что, охота продолжается. Это у нас серенький. А вот здесь травки. Лучше сюда, Ань. Мы в обратку там пойдем. Вы посмотрите, какой королева. Королев. Поеденный чуть-чуть. Но... Да. Вообще, король. А у меня лучше король. Ладно, я к тебе иду короля смотреть. У нас не только. Отец короля. Ой, попутно серика зацепил. Смотри-ка тут. Еще один вот серик зацепил. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Прямо тут какой-то грибной рай. Вон еще белый стоит. Ань. Обрежь вот этих двух сериков. Там вон еще... Какие-то червяки. Это не то. О, она... Король? Нет, у меня у тебя прям отец короля, да. Отец короля. Ох, какой красавчик. Какой красавчик, а. На сушечку. Да? Угу. Прям приятно по такому лесу ходить. Угу. Никуда не бегая, да? А я тут тоже. У меня там... Бляха, муха, наступил, нет? Не, нет, вон там он, где этот нож торчит. Ну, это старенький, но... Ух ты, ничего себе старенький ты, дедан. Такой нормальный, на сушку пойдешь. Это два. Вот еще серяк, я его сбил, наверное. А около корзинки нож торчит. Король, орел. А? Серенького, вот я на него и повелся, и тут, и понеслась из-за него, да. А может, сходи, сходи, срежь его, помогай. Ой, просто красавчик. Ну, просто красавчик. Так, у нас там очередное пополнение в нашу корзинку. Ну-ка, где тусь? Кто тусь? Сикась, накась. О-о-о! Два красавчика. Ну где два, там и три должно быть. Нет? Не знаю. Пока только два. Пока только два? Понятно, выключаемся. Вот с крайки мы зашли поглубже и в чернижнички, как я и надеялся. Вот такой. О, их даже два тут. Даже два. Просто красавчики. Ну, может быть, сейчас еще найду. Иди сюда ко мне по диагонали-то. Да пойдем, пойдем. Пройдись там еще. Ну вот, помимо тех, которых я последний раз показывал, срезал еще двоих пожелтей, побольше. Ох, какой стоит! Это двой? Нет. То есть ты его не видела еще, да? Нет, я еще тут не была. Вот, вот пять нашла. Пять? Пять. Желтенький. Травой шла. Угу. Хороший желтенький на сушку гриб. Так, где там, ты говоришь, пять? Пока я к тебе шел, я еще нашел, хочешь сказать. Ой, бля. Извиняюсь. На бугорочек наступил. Я выкинула.
Да? Нет, он хороший, вон такой. Смотри, смачный был. Ну и где 5? Вот большой, видишь какой. Ну, можно... Вот. О-о-о, ну складывай давай. Вот, раз. Молодец. На, порежь его. Ну, почисти его просто, почисти у него. Раз. Ну, да, ножку червивая. Немножечко так срежь. Ну, вот. Ничего. Нормально, на сушку пойдет. Раз. Два. Главное, чтобы не... Почисти вообще. Идеально. Два. Угу. Три. Ко мне. Как скажешь. Четыре. К тебе, да? Пять. Пять штук. Ох ты. Молодец. Ну и шестой-то выкинул. Ладно, ладно, не считаем выкинутые грибы. Где? Хоть раз, два, смотри, но это тебе. Это старье, пристарье. Да что же, сушка? Это твою душу. Ладно, все понял. Ищем, продолжаем. Грибов как грязи. Еще, ой. Вон там стоят, не вижу, кто пока. Ладно, ищем. Ну что, дорогие друзья, раз, два. Пошли посмотрим. О, короли, короли, здесь короли. Смотри, какой королик. Это тебе, это твой пузанчик. Ой, какой. Бак-бак-бак. Классный, дай-ка мне его, мою корзину. Давай, зафотаю в руки. Только мы сейчас Аниных покоцали. Так, сериков не будем брать. Он кто-то там притаился в кустах. Что за партизанин? Не исчислен. Нам все равно. Фойер. Замечательный такой. Еловенький. Рыженький. Беленький. Ничешный, пойдет. Ту-ту-ту-ту-ту. Где еще грибы? Грибы, грибы. Че, мелочи нет, что ли? Мелочь, мелочь. Пока нет. Будем молодец. Ну, где-то полчасика шаримся. Посмотрите там какое, а. Просто загляденье. Просто вот просто, ну просто загляденье. Ну не грибок, а загляденье. Просто красавчик. Прям красота. Еще тут нету больше. Шедевр. Повыше. О, молодец. Подожди, сейчас зафотаю. Только что мы, вот буквально, еще один, вон, смотрите-то какой стоит, красавчик. Ну так внимательно смотри, на корзинку мне не ступи. Вот бельчоночек у нас стоит, вот бельчоночек. А этот вон прямо такой мариман. Одного вижу, а еще где? Маленького видишь, да? Ну, вон того у ветки, а и вон большой. Да. Ага, ладно, я не полезу. Так не надо, посмотрю я. Ты рядышком смотри, вокруг. Вот, вот считай, ты нашла. Это все ведь одного поля ягода, как говорится. Вы посмотрите, какой. Как этот? Гриб-то. Под дождиком там эти лягухи. Забыл, как сказка называется. Рядом с красотой. Вот с такой. Ну, такой здоровый, он чистый, кстати. Ребята, он просто чистейший. Это просто король. Я сам себя нашел. Да, я не страдаю манией величия. Великие люди этим не страдают. Просто кайф сегодня. Грибы сегодня кайф. Но Аня говорит, чего-то какую-то красоту нашла. Пойдем смотреть ее красоту. И искать рядом. Угу. Ой. Ой-ой-ой. Два гриба басика. Два гриба бусик. Ну, похоже мы его, конечно.
Ладно. Классно. Вообще красота. Сегодня вообще кайф, да? Всем привет, лайки, подписки, репосты. Сейчас я вытащу. Смотрите, кого мы нашли. Мы, как всегда, наших друзей находим. Рядом с грибочком был ежоночек. Вот такой. Ежонок. Ты будешь есть гриб? Не будет. Напали, напали. Ищем, ищем. Кого ты там нашла? Ножку-то, что ли? У кого они яйца отложили? Господи. На, обрежь своим ножом. Положи себе. Где? Вот. Вот зайди с этой стороны. Господи. Видишь, какая нога-то хорошая. А что бы нет? На, тяну ногу. Чистейший. Это чистейший, да. А там ежонок вот такой маленький-маленький. Ну ладно, не пугай его. Ну ладно. Ну, в общем, напали. Смотрим. Я такого же нашел. Беленького. Вот так вот. Вот, вот туда можно подальше. Вот в эти. Ну, ко мне, мне кажется. Угу. Ой, будем искать. Здесь мы собираем мелочь. Ань, покажи, какую мы мелочь собираем. Вот такую. Вот я, смотрите, увидел. Все-таки у меня зрение есть. Вот смотрите, сейчас сфокусируем. Бяу. Па-бам. Ну пойдем к нему. Заодно с вами поищем. Я думаю, что-нибудь еще найдем. Вот такая вот большая грибничка. Чернижнички. Хорош, хорош. Опс. Еще рядышком один. Видим. Опс, 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 опс. Видите? С левой стороны. Еще за ним один. Три. То есть вот получается. Ну тот, которого мы видели. Вот здесь вот не очень видно его. Но он там есть. И за ним еще у нас один. И за ним еще один. Аккуратненько подходим. Смотрим под свои лапы, чтобы не раздавить. Чуть дальше смотрим. И еще находим. И еще четвертый. Батя. Батя. Четвертый. Четыре, Анют. Да? Иди в свою корзинку режь. Это большого себе заберу. Четыре. Пока четыре. Кто там в меня палками кидается? Гад какой-то лесной. Белки, наверное. Вот они. Странно, почему в комментах перестали писать? Ха-ха-ха-ха-ха. Не уверен. Что-то там вижу. А, 5, 5. Вот еще один, смотрите, дамы и господа. Вот помимо этого. И вот еще один. Бэм. Берем. Берем, бим, бим. Эй, чуть не наступил. 6. Да. Эчк. Иди сюда глазами-то стреляй. Со своей корзиной. Я тебе их вытащу, а ты их чисти. Я говорю, в комментах перестали писать. Что ты делаешь, изверг? Да. Вот знаешь еще, вот посмотри, вот там... А нет, это я вижу, а вот правее, вон там не гриб. Вон. Нет. Лист. Лист. Где ты их находишь-то? Вот.
Вот увидел, говорю, одного, стрельнул, подошел. И тут они. Иди сюда. На. Мне чистить дают? Да. Пускай. Чистить. Смотри, мам, пап, я. Ой, круто. Ну, что еще найдется? Вон тот-то, ты видишь? Два там. Где? Вон, че. Ой, два. Еще. Смотри-ка. Смотри, аккуратно, шаги. Еще два. Где один? Вот сбоку-то, справей-то. Ай, такой. Семи-мили-пися. Писи-мися. Мили-пися. Так. Вот так вот отварку собираем. Сейчас на банку наберем. А корзинка-то у меня, а вон. Я боюсь ходить. Так вот я и говорю, здесь черничное место. Ой, в чернике. Подожди, зафотаю. Продолжаем. Тут дождик у нас накрапает. На 10 квадратных метрах. Заходи вот с этой стороны. Заходи. Я уже коцнул одного просто. Ну, я просто не... Ну, как... Да. У меня сердце кровью обливается. Коды. Тады. Опс, одного вижу. Видишь? Да, под листочком. Да. И теперь нога. Два нога. Так, у ноги вижу. Так, у второй. У второй. Ага, маленький вижу. Маленький вижу. Ну, я думаю, это не предел. Я помню. Где-то тут еще кто-нибудь. Прям как угу. Ладно, ищем. Вот, дамы и господа, наконец-то я все жаждал найти подосиновик и сегодня. И посмотрите, какой просто красавчик. Ну, просто красавчик. Просто красавец. Просто красавец. Люблю такие подосиновики. Они такие мощные. Прям лепота. Ань, покажи, какого ты срезала. Вот, я думаю, что сейчас где-нибудь еще что-нибудь найдем. Потому что не в ряд. Вот, а я старого. Ну, конечно же, посмотрите-ка. Тихо, я приближу. Да я просто перешагнула. Ты видишь его? Да вон он, король. Король? Я же говорю, они в ряд стоят. Не вижу. Вот. Нет, вижу, я просто вот не вижу. Вот, вижу, все, сфокусировал. Плохая камера, купить мне кто-нибудь камеру? У меня их три. Ну, вот. Мне такую маленькую хочется. Что? Вот наш сегодняшний улов. Можно. Практически одни белые. И тут пару фериков вон бабушки зацепили. А так, вон, отварочка.